эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. На этой неделе Нина Жук была первой фигуристкой, выступившей на Олимпийских играх. На Олимпиаду в Сочи поедете? Меня никто не приглашает. А нужно было бы. Таких-то людей как раз и нужно приглашать в качестве самых почетных гостей. Итак, «Игры на свободе». Премьера программы в субботу в 7 часов вечера, повторы в 11 вечера в субботу и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.